Вот поднялись почти на гору Мона-Лоа, повернули обратно, очень страшно было. Вот это, как я понял, Мауна-Кеа. Вот эта дорога. А вот это облака прямо над нами. Получается. Это мама Вика стоит у подножия вершины Мауны. Кто знает, как ее зовут? Мауна-Кеа. Вон там астрономическая обсерватория. Кругом горы. И значительно ниже нас облака. Тут дикая природа. Вот опять эстерка. Вот. Вокруг горы. Вот это опять эстерка. Мауна-Кеа. Большой остров Гавайи. Это эстерка. Почти на вершине Мауна-Кеа. Холмика. Рядом холмик тут маленький. 2 километра высотой. Вот он опять. Этот эстерка. Вот она. А вот тут все вокруг. Вот под нами облака. Мы сюда сами взобрались. Сами забрались. Это для тех, кому нельзя на верхушку забираться, там, где установлены телескопы астрономические, те забираются на этот холмик. Вот сюда. Здесь склон горы. А вот это. В горах Мауна-Кеа. На большом острове, на острове Гавайи.